Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark 2 1998 года выпуска. 3 литра бензин, задний привод, коробка автомат. Пробег на автомобиле 118 тысяч километров. На задней подвеске застучали сайлентблоки. Надо их менять. К сожалению, в оригинале они идут только с ЦАПФой. Дороговато получается. Заказали Масуму. Поднимаю автомобиль, снимаю задние колеса. Пока снимать не буду. Подниму, покажу, как застучали и что мы заменим. Поднимаю. Вот этот сайлентблок застучал. И вот этот. Этот меньше, этот сильнее. И также заменю сайлентблоки. Вот видно, он продавлен и смещен. Здесь уже практически в кронштейн упирается. Ходит и стучит. И с одной, и со второй стороны. А, здесь даже сильнее с левой стороны. Для этого нам надо будет снять рычаг. Я посмотрю, смогу я его на месте стянуть. Буду стараться. Ну, а если не получится, тогда сниму целиком ЦАПФу и буду что-то придумывать. Здесь у нас эксцентрики. Буду надеяться, что все выкрутится хорошо. Все-таки автомобилю 20 лет. Но радует то, что это Toyota. У Toyota все равно все полегче. Помечу маркером. Точки поставлю, чтобы потом точно так же собрать. Откручиваю колеса. Головка на 17. Здесь головка на 19. Thank you.
Так, ну все болты вроде бы сдвинулись. Теперь расслабляю, откручиваю, снимаю, и будет видно, что делаю дальше. Но все-таки, еще раз повторюсь, Toyota она есть Toyota. 20 лет автомобилю. Болт ржавый, но он выкрутился и вышел. И предусмотрительные японцы, вот этот отлив здесь на кронштейне, он не просто так, он как раз для того, чтобы молотком отбивать палец. Вот этот цилиндрок мы заменим.
Расшатываю. Этот болт труднее, но он идет. В любом случае, раз он зашевелился, я уже его вытащу. Настораживает другое. Мы не заказывали вот эти сайлентблоки. По-хорошему бы их заменить надо. Весь тоже в ржавчине, почищу, смажу и поставлю. Стук. Здесь обычный сайлентблок, и он надорванный. Наживил я обратно болт. Этот сайлентблок я выбью. Посадочный у него на 38, головка на 27, у ней на 36 диаметр. И вот ею я смогу
сбить. Сниму пыльник. И бью. Все, пошел сайлентблок. Даже при том, что я его здесь подплющил маленько, вот такой у него ход. Мне не нравится замена на дубликаты, тем более Масума. ФБС вообще здесь не попадает. Если кто-то знает именно сайлентблоки в оригинале, подходящие сюда, скиньте, пожалуйста, в комментарии. Я думаю, многие ими воспользуются. Беру сайлентблок фирмы Масума РУ-365. Вот такой вот сайлентблок. Снял пыльник. Это с этой стороны я буду его запрессовывать. Со второй стороны он завальцован. Снял пыльник, добавил туда смазки. Здесь видно, смазка есть, но ее маловато. Я добью еще потом до полного. Сейчас смазываю силиконом и запрессовываю сайлентблок на место. Обычная силиконовая смазка. Также сайлентблок смажу. Диаметр сайлентблока на 38. Тянем. По маркировке видно, сайлентблок заходит.